С момента проведения 18-го съезда Коммунистической партии Китая в 2012 году китайская дипломатия участвует в глобальном управлении беспрецедентной силой и получила широкое признание, поддержку со стороны международного сообщества, заявил заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чжэцюй на пресс-конференции 29 сентября. Эту информацию агентству Назарньюс предоставило китайское агентство CCTV+. По его словам, Китай взял на себя ведущую роль в реализации целей развития тысячелетия ООН и повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года, внося более 70% вклада в глобальное сокращение бедности и более 30% вклада в мировой экономический рост на протяжении многих лет. Мы продвигаем реформу системы глобального управления. Это не означает начать все заново, а просто хотим сделать ее более справедливой и рациональной. Международный порядок должен основываться исключительно на общепринятом международном праве. И нельзя допускать отдельным странам диктовать свои так называемые правила. Тем более, нельзя допускать им навязывать свои собственные правила, правила клана другим странам. Вне зависимости от того, как изменится международная обстановка, решимость Китая практиковать подлинный мультиреализм не изменится. Не изменятся его усилия и действия, направленные на совершенствование системы глобального управления и содействие многостороннему сотрудничеству. Бахыт Кучуманов, Акылуламбек Улу, Назарньюс.